нынешнее дело сказать вот о чем. Мы с вами знаем, что Бог не сотворил зла, но когда первые люди нарушили волю Божию, то в мир вошло зло, грех, смерть и страдания. И вот это зло стало проявляться в противостоянии между народами. Дьявол севал семена зла в сердца людей, и возникали военные действия. И в том числе наша великая Родина, Русь, которая именуется Русь Святая, во все времена вынуждена была обороняться, чтобы защитить наш народ, чтобы защитить те духовные, культурные, природные богатства, которыми Господь щедро наделил нашу землю. Но время идет вперед, и оружие нападения совершенствуется. Но слава Богу, что совершенствуется и силы обороны. В первую очередь возникли наши космические войска, которые надежно обороняют небесное пространство нашей русской земли от нападений из космоса. И мы видим на сегодняшний день, что космические войска являются надежным заслоном, щитом от врага и, по сути, той гарантией, которая сдерживает это вот нападение сил зла и дальнейшие действия, поползновения для того, чтобы уничтожить нашу землю. Я думаю, что каждый человек, который совершает служение в рядах космических войск, он чувствует на себе ту великую ответственность, что на нем огромная ответственность за жизнь и безопасность, мир, правопорядок, благополучие нашей Родины. И вот я в сегодняшний день поздравляю всех вас, здесь находящихся военнослужащих Ховринского гарнизона, с этим праздником, и желаю, чтобы Господь помог вам в выполнении этого великого и важного долга, потому что не бывает, наверное, каких-то случайных, ненужных задач, второстепенных. Каждое дело в войсках космических, будь то какая-то малая, минимальная обязанность, или будь то какие-то масштабные, важные полномочия, они имеют большое значение, как в одном механизме. Бывают мелкие детали, бывают крупные какие-то агрегаты, но стоит поломаться даже какой-то мелкой детали, весь механизм уже выходит из строя. Поэтому каждому желаю терпения, постоянства, стремления к полному выполнению поставленных задач и помощи Божией на этом важном и нужном поприще. От лица нашего Пушкинского благочиния, на территории которого расположен и гарнизон космических войск, от лица нашей Московской епархии, всех вас поздравляю с праздником Днем космических войск. Божие благословение да будет с вами, храните вас Господь. С праздником!